Друзья, в продаже у нас Mazda 6 2007 года выпуска, объем двигателя 2 литра на механике. Автомобиль приобретался у официального дилера. Автомобиль в хорошем состоянии, у него неплохая комплектация. 4 стеклоподъемника, электропривод зеркал, электрорегулировка зеркал, комбинированный салон, кожа и ткань. Датчики парковки, мультируль. Круиз-контроль, также установлена магнитола с навигацией с экрана, климат-контроль, подогревы передних кресел, датчик света, зеркало заднего вида с автозатемнением. Автомобиль у нас в кузове лифтбэк. Красивые диски, хорошая резина, омыватели фар.